Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я стану Веномом в Майнкрафте. Что ж, и чтобы стать Веномом в Майнкрафте, нам нужно построить вот такую вот конструкцию. И вот тут вот у нас будет типа... Эта штука нужна, чтобы получить способности Человека-паука. Но это вам потом объясню. А это нужно, чтобы стать самим Веномом, то есть симбиотом. Тут, кстати, также можно становиться не только Веномом, еще антивеномом, Карнажем и так далее. Что ж, строим вот такую конструкцию. Ставим вот сюда генератор. И сюда мы вставляем адскую звезду. Она у нас заряжается и все. Что ж, нам понадобится вот такая вот штука симбиотическая. Капсула с симбиотом. И мы правой кнопкой мышки тыкаем. И у нас, видите, вот тут симбиот в капсуле появляется. Теперь мы нажимаем. Нажимаем inject. Все, все симбиот в нас. То есть сейчас я, ну, то есть сейчас я с симбиотом. И давайте пропишем такую команду. Legacy admin max dudos. Чтобы у нас было много XP, и мы смогли посмотреть во все, на все способности. Итак, давайте... Вот это первая способность, кстати, она не работает, поэтому сразу второй начинаем. Первая способность — это у нас... Становиться Веномом. Вы просто посмотрите, как мы выглядим, это же вообще капец как классно. Вот давайте вот так вот посмотрим. Просто посмотрите, как это детализировано выглядит. Капец, как это круто реально выглядит. Что ж, что мы можем? Мы можем, давайте поставим. Мы можем делать щит. Вот такой вот щит. Это реально круто сделано. Так, дальше у нас идет какой-то ролл. Это у нас типа просто кувырок. Оп, и все. Следующий у нас это осид. Осид что-то ничего не умеет, но ладно. Так, следующий у нас это вот такой вот быстрый бег. Так, все, остановись. Следующий у нас это леп. Это у нас... Короче, это у нас... Благодаря этой способности мы очень высоко прыгаем. Как у Халка, короче. Так, ладно. Следующий у нас это... Ну, вот эта способность. И это у нас щупальца, то есть, смотрите, мы вот такая вот щупальца, и она очень далеко реально стреляет. Вот, видите, как далеко. Так, следующее, это у нас Iron Grab, это у нас тоже щупальца, только она еще дальше, короче. Так, следующее, это у нас Вал. Кстати, вот эта способность почему-то не ставится. Ладно, сразу перейдем к этому. Следующий это у нас байт. Смотрите, мы можем двигать ртом. Это реально прикольно выглядит, смотрите, как мы ртом двигаем. Так, ладно. Следующий это у нас вот это реально довольно круто. Смотрите на мои руки. Это просто круто. Смотрите на мои руки, это капец. Мы превратили симбиот вот такие вот ножи симбиотические. Это капец как круто. Так, следующее это у нас тентакли. Так, это у нас просто вот такой вот типа симбиотическая такая штучка. Типа острая штучка такая симбиотическая. Следующее это у нас... Так, что-то она не поставилась. А, это у нас суперспособность, давайте я напоследок оставим, потому что это просто капец. Так, следующее это у нас... Мы просто кидаем какую-то непонятную штуку. Ну, симпатическую штуку какую-то. Ну, в общем, да. Следующий у нас идет веб-сланг. И это реально круто, смотрите. То есть мы... Стреляем как Человек-паук паутиной, оп. Мы стреляем как Человек-паук. То есть мы можем летать, как Человек-паук. Допустим, давайте туда запульнем. Оп.
Оп, и у нас паутина черная, это реально круто. Ладно, давайте все-таки спустимся. Оп. И, кстати, вы, наверное, заметили то, что у Венома тут нету на груди такого белого значка. Я вам потом покажу, как можно это сделать, чтобы прям точно-точно Веном был. Ну, пока что давайте посмотрим все способности. Следующее это у нас... Это у нас, наверное, какая-нибудь пассивка. Ну, ладно. Так, следующий у нас это веб-кокон. А, ну вот, мы стреляем каким-то веб-коконом. Так, следующий это у нас... Следующий это у нас еще одна способность. Суперспособность, но я вам потом ее покажу. В следующий раз. Сперва... Короче, тут у него, походу, две суперспособности. Сперва мы посмотрим первую. Так, это мы отложим, нужно и забыть. Так, следующий это у нас... Мы становимся невидимым. То есть, когда мы двигаемся, мы начинаем прозрачно быть. А если мы стоим и не двигаемся вообще, то мы вообще невидимы. Так, ладно. Следующее это у нас fly. Короче, мы можем летать, и это реально круто выглядит. Просто посмотрите. Все, у нас есть крылышки. Теперь Веном умеет летать. И сейчас такой анимации крылью. Это реально круто сделано, это капец. Правда, сам Веном такое не умеет делать, но... Но это, конечно, прикольно выглядит. Капец. Так, ладно, следующее. Давайте спустимся. Следующее это у нас... Вот это вот. Кстати, оно тоже не ставится. Но это пассивка, скорее всего. И хилинг. Это просто, типа, мы хилимся. Когда у нас мало мало хп. Что ж, давайте сейчас посмотрим суперспособности. Итак, первая суперспособность у него это... Вот! У нас щупальца прямо со спины. То есть мы вот так вот идем и пау-пау-пау. Капец. И это реально очень сильный урон. Мы прям с одного удара любого убьем. Вот, вы только что могли наблюдать за тем, как вы использовали суперспособность. Так, следующее это у нас... Это у нас вот это. Итак, следующая суперспособность у Венома это... Итак, следующая суперспособность у Венома это... Вот, то есть теперь у него щупальца не из спины выходят, а прям повсюду. Повсюду выходят щупальца, это реально круто сделано. Вот так вот мы выглядим, это капец. Просто посмотрите на это Венома. Что ж, все, мы посмотрели все за Венома. А, да, кстати, чуть не забыл, дайте я вам покажу то, что Веном умеет карабкаться по стенку, как Человек-паук. Еще он умеет кое-что вот это делать, я покажу вам. Итак, Веном, во-первых, умеет карабкаться по стену вот так вот. Ну, как Человек-паук, это же типа, как Человек-паук он. И также мы можем зависать вот на этой стенке. Оп, сейчас. Все. Вы сейчас спросите, что это сейчас за наркомания случилось? А вот просто посмотрите, мы на стенке. Сейчас, вот как это выглядит от первого лица. А нет, от четвертого лица. Мы на стенке, то есть мы можем ползать на потолке. Не просто на стенке, а прям на потолке мы можем ползать. И вот так вот от первого лица это все это выглядит. Это реально очень круто сделано. Вот наша башка там виднеется вон. И мы можем вот так вот ползать просто. Оп-оп-оп. И резко вот так вот. Реально это круто сделано. Что ж, давайте сейчас вам покажу, как же поставить значок Веному. Чтобы у него был значок, и тогда уже прям каноничный Веном получится. Что ж, для этого нам просто нужно... Ну, во-первых, давайте нажмем ресет. Давайте заново поставим симбиота. Да, и давайте пока что не будем показывать значком, сперва я покажу другие вариации симбиота. У нас есть вот такой зеленый симбиот. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так вот выглядит зеленый симбиот. У нас есть оранжевый симбиот. У нас есть красный симбиот, но это типа карнаж, короче, будет. У нас есть белый симбиот. Вы просто посмотрите на этого. Знаете, кто это? Это, короче, антивеном.
Я же говорю, тут есть и Веном, Карнаж, Антивеном и другие вариации симбиотов. А вот это у нас Антивеном. Просто посмотрите, как он классно выглядит. У него такие же способности, просто у него паутина или щупальца будут белого цвета. И последний симбиот, который тут есть, это вот такой вот фиолетовый симбиот, и все. В принципе, вот такие вот симбиоты остались, и все. Что ж, а теперь давайте наконец-таки посмотрим, как же сделать значок Веному, чтобы у него был значок каноничный тот самый. Итак, для начала нам нужно получить любую суперспособность у Человека-паука. Давайте, допустим, вот эту. Все, то есть у нас теперь есть типа паучья чешуйка. Короче, у нас есть способность Человека-паука. И только теперь... Только после того, как мы получили способность Человека-паука, мы можем создавать Веномы. Нажимаем Inject. И смотрите, у нас уже тут другая надпись. И теперь просто посмотрите, как мы начинаем выглядеть. Вот! Вот теперь я прям точно каноничный Веном. Вот так вот мы выглядим, это просто круто. Вот посмотрите, оп. И вот теперь мы уже можем вставить ему другие способности и уже играть. Это реально круто. Что ж, в принципе, на этом, наверное, мы закончим. С вами был Дарк. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем удачи и всем пока.